Кофе? Кофе. Вот, вот кофе. Ну, надо пить вот с прохладной водой. И что это? Какой-то дает эффект? Ну, блин, я не могу пить горячее сильно. Я расвожу руки. А то, что она сырая вода, это пофигу. Пофигу. Да. Конечно. Класс. Вещь. Слава, давай поговорим с тобой о таблетках от головной боли. Какие вот самые лучшие таблетки от головной боли? Вот анальгин помогает? Да не, он анальгин этот, он меняет состав крови. Так я не знаю. Подожди, так вообще, хотя, знаешь, я пью раньше, то есть пенталгин я, блядь, как пил вот всю жизнь от башки, он мне помогает. Ага. Хотя в нем раньше был кодеин. То есть кодеин заменили, знаешь, на что? На дартаверин. Дартаверин – это ножпа. Ага. А ножпа что, от головы помогает? Он от спазма. Понятно, блин. А вот этот аспирин помогает от головы? Мне нет. Ни анальгин, ни аспирин. Понятно. Подожди, сейчас я вспомню еще что-то от головы. Я всегда, у меня проходит... Знаешь, этот продается, блядь, мих-уих, это... Ну там же парацетамол, блядь, с чем-то там. Где-где? В Миге в этом. Нет? А что там? Ибупрофен. Ибупрофен там? Ага. А ибупрофен я просто... То есть он меня не берет вообще, потому что я жрал Нурофен плюс. А ибупрофен это что, какой-то анальгетик, что ли? Что ну, это? Блин, сначала изобрели парацетамол. Парацетамол... как жаропонижающий, более утоляющий, но он токсичен для печени. А-а-а. Ибупрофен сделали уже после, и он менее токсичен вообще для организма. Понятно. А вот с похмелья цитрамона, если выпить. Пизду. Цитрамон, блядь, от него болит печень, блядь. Ага. Цитрамон есть, от но, этого. Блядь, но от головы он помогает, реально. Ну, там кофеин. А, вот в чем дело. Просто кофеин. Ну да, там кофеин. Там кофеин, анальгин, еще какая-то херня, блядь. Там особо-то это... То я помню, вечно мужики на работе цитрамон жрут. Блядь, ты знаешь, сколько стоит сейчас этот ебучий цитрамон? Он раньше вот этими 10 таблеточками не продавался, то есть не продается больше, блядь. А-а-а. Блядь, цитрамон какой-то, блядь, стал стоить, блядь, 100 с чем-то, блядь. Копейки стоил раньше, сейчас 100 с чем-то. Феназепам стоил, блядь, копейки, сейчас, блядь, 150 10 таблеток. Не, ну допустим, смотри, вот проснулся ты с похмелья какого-то лютого, блин, а похмеляться тебе, как бы, блин, хотелось бы. Ну нельзя. Но нельзя, блин. Ты или на работу, или дела какие-то важные. Чайный гриб. Чайный гриб. Чайный гриб круто, конечно. А он это на спирту? Нет. Чайный гриб не на спирту. Но он поможет. Ну да, в нем очень много витаминов и всякие вот это вот аминокислоты какие-то, еще там что-то. Ага. В этом отваре, он же там плавает. Ну понятно. Жизнедеятельность. Чайный гриб. Круто. А ну а таблетку какую бы ты посоветовал с похмелья? Я не знаю, я никогда не пил таблетки. А вот эти алькозельцеры там что-то там. Тоже не пил. Знаешь, кто ж мне говорил-то, блядь? Этот. Как он называется? Энтеросгель, ёпта.